Судебные приставы провели выездной прием в аэропорту. Пассажиры перед вылетом могли узнать о своих долгах. Некоторых путешественников ждал неприятный сюрприз. Здравствуйте, у нас выходит акция «Узнай свой долг». Вы можете пройти к нашей стойке и узнать о наличии задолженности. Судебный пристав предлагает Амечке проверить себя по банку исполнительных производств. Услуга бесплатная, занимает процедура не более минуты. Оказывается, женщина – должник. За коммунальные услуги она недоплатила более 25 тысяч рублей. В отношении вас имеется задолженность в пользу ресурсов, снабжающих организацию. Сумма задолженности более 25 тысяч рублей. Исполнительное производство находится в Кировском районном отделе. Давайте посмотрим, есть ли в отношении вас ограничения на вас. Покинуть Омск сегодня у женщины не получится. Поездку в Астану придется отложить. Очень печально. Ограничение на выезд выносят при долге от 10 тысяч рублей. Действует оно на все международные рейсы. По данным силовиков, часто люди не знают или просто забывают о своих долгах, особенно если сумма невелика. В этом году в список невыездных попали 20 тысяч мечей. Данная мера достаточно эффективна. Более 1200 исполнительных производств в этом году окончено фактическим исполнением более чем на 85 миллионов рублей. Хотелось бы отметить, что должникам необходимо заблаговременно оплачивать свою задолженность, так как постановление об ограничении снимается не на месте. И даже если в аэропорту должник оплачивает свою задолженность, ограничение снимется не ранее, чем через 2 недели. Всего же на исполнении по Омской области находится 730 тысяч производств. Самые распространенные – это долги по алиментам, банковские кредиты, услуги ЖКХ и транспортный налог. Узнать о задолженности можно не только в аэропорту, но и в крупных торговых центрах, а также на сайте судебных приставов.